вернется. На Федора нашего соседа похоронка пришла. Степанида Горюнья. Обидела я ее вчера. Ну ладно, сегодня увижу, покаюсь. Пошла на станцию, думала поезд на фронт пойти.
пойдет. Заберусь и поеду. Воевать поеду. За Федора мстить поеду. За жизнь свою загубленную. Что ж, не поехала. Добралась я до станции. Сижу на вокзале. Там народу беженцы. Говорят из Ленинграда. Все с узелками, с котомками. Бабы плачут. Детей своих из рук не выпускают. А эти сидят в сторонке. Двое. Как воробушки. Вроде как ничьи. Глаза голодные. Страшно им. Развязала я свою котомочку. И хлебушка им дала. Так они в этот хлеб так вцепились, как будто сроду и не ели. Оказалось, по дороге поезд их разбомбили. Мамку-то у них и убила. Людей, что живые остались, в другой поезд посадили. Ну и их вместе со всеми. Пока ехали в общей куче, кормил кто чем мог. А как к нам приехали, оказалось, что играть-то их некому. Только в детдом. И знаешь, Ольга, как ведро ледяной воды на меня опрокинули. Смотрю я вокруг себя и не понимаю, что я тут делаю. У людей горе, им идти некуда, им есть нечего. А девчушка смотрит на меня и говорит: тетенька, а у тебя еще хлеб есть? И поняла я, Ольга, что не смогу ни уйти, ни уехать. И что детки эти мне Богом посланы, совет мужа моего убитого. Пошла я к начальнику станции и все рассказала, что детей хочу я себе забрать. Я говорю: вы запишите мои данные, вдруг кто искать будет. Махнул он рукой, посмотрел и говорит: видишь, что кругом творится, война идет, да разве здесь всех запишешь? У них же при себе ни бумаги, ни метрики. Вот так Оленька и вернулись. А теперь суди меня как хочешь. Я свою вину знаю. Не судья я на нечистейшем. Особливо тебе не судья. А то, что взяла ты этих сироток, молодец. Вырастешь, опорой стану. Все мне отправлю. Погоди. Оля, а что ты в доме в платке сидишь? Да еще и в черном. Случилось что? Случилось, Теша. Получила ты коробку на Павла. Вот теперь у нас с тобой все поровну. У тебя двое детишек, и у меня двое детишек. Ты вдова, и я вдова. Ты прости меня, Оленька. Зря я на тебя обижалась. Ох, зря. И ты прости меня, Стеша, за мои придирки, дерзость. А то, что ты ушла, я вспахала твою норму. Ты теперь ни в чем не виновата. Война все рассудила. Thank you.
ты, Нина, помолчи. Вот окончишь твой университет, тогда и поговорим на эту тему. Ёксель-моксель. А пока ты никакого понятия в природном движении не имеешь. Окончу, дедуня. Обязательно окончу. Пока Гитлера победит. Вот придет Мишка с войны, и ждать тебя не будет Нинка, пока ты выучишься. Мужиков мало, а девок много. Выкосила всех война. А мы вместе учиться поедем. Уже в письмах договорились. Договорились они. А меня кто кого оставите? Худым котлом, что ли, мы цепим? Уж войне почти конец, а котел все тот же самый. Да когда он придет, этот конец? Гонят этого Гитлера, гонят. Уже ведь в самую Германию загнали, а он никак не сдается. Папоньки! 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 Только что передали! Конец войне! Победа! Ура! На старых израненных битвах горой вас русский играл наш солдат. Ой, Лена, мол, я так и не знаю. Ой, сегодня, и поющий я рывай. И немцев русском парсе сквозь года. Не сомневайся, Мишка!
наши зорьки алые, но зато есть для кого жить, для кого новую жизнь строить, есть о ком помнить и кем гордиться, есть кого растить. Так пусть наши дети получат сполна то, что не получили наши отцы и матери. Ради памяти тех, кто ушел и не вернулся. А жизнь у нас будет замечательная! Ох, и распрекрасная жизнь у нас будет! Мамоньки! Только бы не было войны!